Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с вами с обычным герметиком универсальным силиконовым. В моем случае это цвет прозрачный, но он и нужен прозрачный. Также нам понадобится с вами сегодня ксилол и вот пластиковый стаканчик. Все, у нас все ингредиенты готовы. Сейчас мы с вами сделаем примерно одну часть герметика. Ну и опять навскидочку сделал. На глаз, как говорится. И 10 частей ксилола. Ну, опять же, тоже. Теперь нам нужно все это дело хорошенько перемешать до однородной консистенции. Как видите, хорошо перемешивается, хорошо разбавляется. Как видите, у нас получилась однородная масса, жиденькая. Все, у нас уже это получается. Силиконовая смазка у нас с вами получилась. Сейчас мы ее протестируем на бумаге, на деревяшке. И также протестируем заводскую. И посмотрим, как, чем разница и что же на самом деле будет лучше. Приготовил я деревяшку. Сейчас нанесем сюда самодельную. Сюда нанесем мы покупную силиконовую смазку. Чтобы нам не перепутать, напишем самодельная и покупная. Также возьмем картонку. Разделим, будет у нас самодельная, здесь будет покупная. Пока я по флакончик самодельную смазку нашу не наношу, ну то есть можно во флакон ее запрессовать, залить и под давлением сделать. Ну пока мне это не надо, я просто хочу посмотреть, есть ли смысл. Сейчас вот при помощи кисточки мы самодельную вот так вот прям возьмем, нанесем на кусок ясеня. Так, убираем. Теперь наносим на картонку. А это убираем в сторонку. Теперь берем покупную. Такая у нас смазка силиконовая покупная. Сейчас мы вот так отгородим, чтобы нам не нанести на то место, где ее не будет. Так, есть. И также на картонку. Теперь оставим это дело подсохнуть и посмотрим, как оно себя поведет. Также я решил еще проверить на бетоне. Сейчас мы с вами тоже вот так вот сделаем. Тут у нас самодельная и покупная. Наносим. Теперь оставляем это высыхать. Хотел показать, вот на бумаге уже самодельная подсохла, а покупная вот такая еще. То есть разница есть на дереве. В принципе, что здесь еще не высохло, но здесь больше, уже больше впиталось. Но посмотрим, что же будет лучше. И на бетоне, как видим, тоже процесс впитывания и высыхания идет у нас быстрее, чем покупной. То есть пока самодельный лидирует немножко, видите, уже высохло. Друзья, прошло, смотрите, 5, наверное, 10 минут пускай будет максимум. Здесь уже почти сухой, здесь еще вот липнет. На деревяшке практически то же самое. В некоторых местах где-то есть, здесь еще прям полностью, вот, ну вот видно, да, на камеру, что чуть-чуть впиталось. Здесь также еще не высох. А самодельный уже полностью сухой. Ну ладно, оставлю, чтобы теперь у нас уже покупная полностью высохла. Посмотрим через часик. Так, у нас все впиталось, все подсохло. Теперь начинаем проверять. Давайте проверим, начнем с бумаги, с картона. То есть вот, смотрите, практически нету никакого отличия. Но так я вот на ощупь чувствую, что она прям скользкая. Посмотрим, как она будет себя вести при помощи воды. То есть смотрите, капельки прям стекают. Все четко. Бумага же, ну, бумага, понятно, она сразу, ну, впитывает. Здесь ничего не впитывается. Здесь капельками. Бумага у нас намокла. То есть на бумаге работает отлично. Теперь покупная. Слушайте, а покупная почему-то, смотрите, как она. Обалдеть.
То есть какое-то, какая-то подделка. Но это реально, смотрите, она не скатывается. То есть она прям, ну, видно, да, что никакого эффекта нету. Вот они. Ну вот, да, еще раз смотрите. То есть разница, ну, видно. Все, у нас стекло, ничего практически не осталось. А здесь бумага намокла. Обалдеть. Так, давайте, деревяшка. Смотрим. Ну, такая же картина. Смотрите, все сливает. То есть ничего у нас не впитывается. Вон, видно, наверное, будет, что как тянется жир. То есть не впитывает эту влагу. Дерево защищено. Насколько, конечно, это долговечно будет, непонятно. Так, на просто деревяшке покажу. Вот я протираю. То есть дерево сразу нас впитывает, сразу дерево мокрое. Здесь же нет. Теперь покупная. Слушайте, у нас покупной прям вообще в шоке, конечно. У него меньше водоотталкивающих свойств, чем у самодельной. Ничего не хочу сказать, поэтому даже производителя не показываю. На бетоне. Смотрим. Ну, такая же картина. Все у нас скатывается и ничего не впитывает. То есть вот видно, как у нас жирные следы идут. То есть вода не впитывается вообще. Ну, если да, вот здесь сразу вода впиталась. И покупная. Но вот на бетоне немножечко она показала себя получше. Единственное, на чем на бетоне не впитывает. Потому что, видимо, бетон, блин, хотя бумага тоже сильно впитывающая такое. Но бетон, вот на бетоне мне понравилось. То есть на других, не на бумаге, ну вот видно же, да, вот. Ни на бумаге, ни на дереве мне не понравилось, как покупная работает. Самодельная в разы лучше. То есть, видите, как вот прям у нас вода ни капельки не впиталась. Хранить можно, либо вот так вот перелить в бутылочку, переподписать. Можно заправить в тот же самый баллончик. Я это делал уже 1000 раз, 100 роликов на канале это есть. Можно посмотреть. Если еще хотите, что показалось, напишите. Еще один ролик сделаю, как вот такой флакончик, вот такую жидкость нам закачать. Так что вот такой вот интересный способ получился, друзья. Я думаю, результат налицо. Силиконовая такая смазка получилась у нас прям супер. Если вам понравился данный ролик, поставьте, пожалуйста, палец вверх, напишите ваше мнение. Ну а вам же всем крепкого-крепкого здоровья. Пишите ваше мнение, обязательно прочитаю, обязательно отвечу. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.